уже внутри этой подводной лодки. Да. Мама, иди да? Да, здесь свои, здесь свои. Мне кажется, это моторное отделение, да, Настя? Здесь свои. Мама! Мотор. Мы уже идем. Ага, все просто, вся экскурсия идет в ту сторону, да, Настя? А ты... За Настей. А это, мне кажется, вот, чтобы убежать в случае, если там надо быстро убежать, если подводная лодка тонет. Здесь у нас хлебушек посушен. Где-то. Да, это здесь у нас ракета. Этаж, но нам повезло, что нам там не надо входить, да? Астенька. Настя, послушай. Да? Папа сейчас придет, наш папа. Возмутился на цены билета и сказал, что он не входит. Что мы только входим. Что он за это деньги себе столько пива купит, да, Настя? Но мы можем понять папу, потому что он уже был на подобные экскурсии. Он уже был в этом с работой. Stand up, finish. Oh, yes. Здесь у них чайник, самоварка. I heard it's the road to Rio. А здесь лежанка, посмотрите, две лежанки. Так они когда-то жили. Посмотрите, так вот каюта их видела. Даже фильмы. Настя боится этого голоса. Да, Настя? Здесь какие-то у нас стол. Уже идем. Посмотрите, как красиво. Так они вот жили здесь, на этой твоей лодке. Да, идем, Настя. Вот так они себя такой занавеской отгораживались. Там подушка, все как надо. Ну, идем, Настя, идем. Бегим. Вот, тут здесь даже такая сценария, как бы, как они ели, да? Сделано. Да, идем, Настенька. Посмотрите, как интересно. Пошли, Настенька, пошли. Сколько их тут жило, много солдат. Посмотрите, а здесь кто-то, скорее всего, погиб, к сожалению, во время Второй мировой войны. Да? Аля. Да, очень устала, Настя. А чего ты устала? Сидела себе нормально. Очень много каюток, видите? Ну что-то я тут дверей не вижу. Посмотрите, что там внизу. Мне кажется, там, если надо было что-то починить, там уходили вниз. Да? Осторожно, Настенька. Ну, вот такой вот. Надо нам тихо говорить, потому что экскурсовод разговаривает. Здесь, мне кажется, капитан был, да? Потому что тут получше все выглядит. Мог выбраться наверх и посмотреть, что там происходит вверху, да? Телефончик он имел, видите? Come on, I decide to come. Вот
Кажется, скоро я помню. Это какой-то сундук с какими-то медицинскими пластырями, какими-то этими средствами медицинскими. Да? Сундук доктора, да? Сумка, да. And you can also fit a rangefinder so you can do a quick survey of an enemy coast from that era and photographs will be part of the military and you have to land ashore, like the Normandy beaches, for instance. And we do it with a rangefinder. In other words, this one is also used to keep a normal watch, and it's also used by the commander and Jimmy, the one, the chief officer, to gain all the information they can of the enemy target. Let me! Да, мама сделает. No, come back! Смотрим, как что в каюте капитана происходит. Баканаш, экскурсоводья, разговаривает, мы же себе здесь посмотрим. А, там портрет королевы Елизаветы, когда в начале еще ее до правления. Come on! Come on! No, the cockers! No! Come on! Причем, пока они будут двигаться, мы сзади все экскурсии. Come on. Настя? Come on, this way. Да, я знаю. Они еще стоят, нигде не идут. Потому, да, потому мы сейчас стоим тоже. When a submarine is floating on a surface, it's got what is known as positive buoyancy, or it's buoyant. Naval architects will refer to it as being buoyant. And you have to get it to a new... Но Долган рассказывает этот экскурсион. In between. Now, here we go back to one of the favorites of the Navy. Да, да, да. You take the beer... Ну что, весело, да? А, я не знаю, как это закрывается. Мне кажется, этим рычагом блокируется эта дверь. Вот так с этой стороны выглядит. Даже рекорд, значит, сделали этот голос кота. Скорее всего, на борту они имели еще кота. А здесь ключи, мне кажется, да, возле каюты капитана. Конечно же, они имели много ключей, чей разных, чтобы он имел доступ к всему. Да, Лена? Come on. No, not go that way. Да, мама себе пройдется там немножко еще. Да, еще раз. С ними все, что раньше не имели времени, потому что они очень быстро двигались. А сейчас, о, здесь они, скорее всего, имели какую-то вечеринку красивую. Да? Да-да-да. Вот они что читали когда-то, такая старинная газета, вторая, Picture Post, тоже своя, какой-то бренди, может, пили, или сайдер. Настя уже не может дождаться, когда пойдет дальше. Они разговаривали, разговаривали, стоят и стоят. Come on, mommy! Да, свет выключился, смотри, свет выключился. Да, ну снова включился, да? А здесь такие вот еще плащи, такие кожаные, на случай дождя, мне кажется. Один не кожаный, а обычный. Да? Ну что, Настя, еще пройдемся один раз? Да? Идем, еще раз пройдемся. Да? Настя, подожди. Здесь там, где у кого-то кто-то погиб.
Да? Каютка. Иди сюда, Настенька. О, посмотри, что... здесь это не увидели. Настя, иди сюда. Иди сюда. Там они просто аудио сделали, чтобы люди имели представление, как бы там команда еще там находится. О чем они могли говорить, так, чтобы представление имели. Это интересная вещь, да? Не знаю, что это. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, здесь кто-то ботинки на кровать положил. Нехорошо. Правда, Настенька? Смотрите, там где-то такие эти старые чего, мне кажется. А Настя, а где экскурсия? Идем за экскурсией, да? Или еще раз? Мне нравится. Хорошо. Идем за экскурсией. Идем. Экскурсия уже идет. Я уверена, да. Хотела там вам более подробно показать, что там было, да? Ну, здесь нет, ни к чему. Да. Но, к сожалению, Настя нам не дала ничего показать. Не знаю, что там внутри. Может, тоже какие-то медицинские приборы. Да, Настя нам не дала эту первую комнатушку, которую мы хотели показать. Да? Хорошо. Сделаем так. Пока они все разговаривают, разговаривают и разговаривают, мы окончим это видео на игровой, да, потому что они, мне кажется, еще 20 минут как минимум будут разговаривать, да? И потом еще сделаем видео, вторую часть, да, даже уже третью, как выглядит следующее отделение лодки, да, подводной, потому что сейчас, как раз сейчас, экскурсовод, да, хочет им дать много-много информации, но мы уже вам показали все, что могли, правда, чтобы не делать это видео затянутым. Мы сделаем вторую часть, да? Этого видео они не дотрагиваются. Нельзя ничего бить, правда? Скажи пока-пока. Пишите ваши комментарии. Ставьте... Что? Сам-сам, да? И лайки, скажи, ставьте. И подписывайтесь, пожалуйста. Будем с вами дружить. Скажи пока-пока. Да? Да. А он же хочет петь эту песенку с Элсы, значит, из «Холодного сердца», да? Да, Настя? В Англии это «Frozen» называется. Уже представление начинает, да? Настя уже соскучала, потому что они долго разговаривали, да? Скажи пока-пока.